6 сентября текущего года артисту могло бы исполниться 50 лет. Однако в конце июня 2022 года исполнитель скоропостижно скончался из-за обширного инфаркта. Гости программы Андрея Малахова собрались, чтобы почтить память вокалиста и исполнить его хиты. Новый выпуск программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1» был посвящен памяти Юрия Шатунова. Бывший солист группы «Ласковый май» умер от обширного инфаркта в конце июня 2022 года. Певцу было 48 лет. Тяжело переживает утрату и его двоюродный брат, исполнителя по имени Александр. Мужчина живет на малой родине вокалиста в селе Савельевка Оренбургской области. Я двоюродный брат Юрия Шатунова, моя мама и Юрина мама, родные сестры. В этой деревне остался один. Все родственники разъехали, живу сам по себе, рассказал Александр в эфире программы. Родственник певца признался, что скучает по ним, поскольку все детство они провели вместе. В память о Шатунове у него остался альбом с их детскими фотографиями. По словам Александра, большую часть времени они с Юрием проводили вместе с бабушкой. То на комбайнах покатаемся, то на рыбалку сходим. У бабули дом небольшой был. Постоянно вдвоем спали. Поделился он воспоминаниями.